Першим гостем до нас завітав заступник командира батальйону зв'язку та радіотехнічного забезпечення по роботі з особовим складом майор Сергій Короб. Доброго ранку. Здравствуйте. Я вітаю вас у нашій студії і, звичайно, хочу привітати із таким чудовим святом – Днем захисника України. І разом із привітаннями у мене до вас, звичайно, багато запитань по вашому, з вашого особистого життя і з роботи вашої військової частини. Отже, яка роль вашої бригади у захисті повітряних кордонів нашої батьківщини? 299-я бригада тактичної авіації, яка зараз расположена на аэродроме Кульбакина, имеет богатую историю, богатые традиции по защите нашего Отечества. Она была сформирована еще в 1976 году, располагалась на аэродроме Саки в Крыму, и в 2005 году она была переведена на аэродром Кульбакина в Николаев. За все это время участвовала во многих тактических учениях, которые проводились на территории Украины. Участвовала в проведении антитеррористической операции. То есть проведено за все время где-то более 300 боевых вылетов реально. Личный состав бригады участвовал в проведении антитеррористической операции, в том числе и в виде обеспечения на аэродромах Краматорск, в виде материально-технического обеспечения на Луганском аэропорту, когда это еще было. То есть по всей линии соприкосновения можно сказать, что участвовали военнослужащие нашей бригады. А как саме вы потрапили до цієї бригады? В свое время закончил Харьковский военный университет, служил в радиотехнических войсках. В 2004 году, когда было объединено войска противовоздушной обороны и военно-воздушные войска в единый вид войск воздушной силы, которые сейчас, то, соответственно, со временем в порядке продвижения по службе, где-то в 2010 году я прибыл в эту бригаду, где и прохожу службу в сегодняшний момент. А когда взагалі вы решили стать військовослужбовцем, обрати саму такую життєву дорогу? Ну, у меня эта ситуация и это решение было принято еще в возрасте 14 лет, когда я пошел в Суворовское училище. То есть уже тогда мне хотелось как-то проявить себя на этом. Для меня это казалось мужественная профессия. Для меня это казалось профессия, в которой можно расти, можно развиваться, можно достигать чего-то. И поэтому я для себя ее выбрал. А чи виправдала ваша профессия свои сподівання на неї покладені? Более чем, я могу сказать. Чи думали ви тоді, коли тільки мріяли стати військовослужбовцем, що вам доведеться брати участь у бойових діях, що прийдеться справді захищати батьківщину? Ну, конечно, ніхто тогда не знал, що така ситуація буде відбуватися на территории Украины, как оно сейчас происходит. Но в любом случае, я вам хочу сказать, что кто выбрал профессию военного, это всегда, даже в мирное время, это быть в готовности к защите своей родины, к определенному ведению боевых действий. У нас даже до событий в Украине многие военнослужащие участвовали в боевых действиях в составе миротворческих контингентов. В Афганистане, в Ираке, Косово, в Либерии, во множестве та миротворческих миссий международных, в которых участвовала Украина. Здається, ті події відбуваються десь далеко, на іншій планеті. Але коли на території України почалися бойові дії, що ви відчули? Ви були готові до такого розвитку подій? Були готові до того, що завтра ви можете опинитися на лінії вогню? Я ще раз говорю, кожен військовослужбовець, коли вибирає свою професію, якщо він вважає себе професіоналом свого діла, он сразу выбирает эту профессию, должен быть готов к защите своей родины, к выполнению своих обязанностей. Так же, как есть Министерство чрезвычайных ситуаций, там есть люди, которые занимаются разминированием. Можно ли у него спросить, готовы ли вы, когда вы там будете разминировать в мирное время там снаряды Второй мировой войны, или сейчас на данный момент занимаются гуманитарным разминированием зоны проведения ТО, готовы ли вы, что этот снаряд может в любой момент взорваться? Выбирая эту профессию, он заранее готов.
он принимает определенные меры безопасности, он развивается в этом профессионально, свои навыки, умения, опыт весь приобретает для того, чтобы этого не произошло. Но он заранее готов выбирать эту профессию. И самое завдяки нашей армии, зараз мы можем у Миколаеве вот так вільно с вами разговаривать, правда? Дякую вам. И знаете, коли все почалося на сході, для багатьох це була справді несподіванка. А з чого для вас почалася ця війна? Ну, как для любого военнослужащего, это началось для меня 1 марта 2014 года с приведения войск высшей степени боевой готовности. Тогда мы все получили оружие, вот, жили на казарме, как говорится, и были готовы к любому развитию события. Это был тогда вот вопрос по Крыму, когда это было. И только впоследствии все это уже перенеслось на територію конкретної регіони Донецької, Луганської області. Ви особисто побували в зоні бойових дій. Скільки часу провели там? 4 місяці. Які задачі довелося виконувати вашій частині і вам особисто? Я конкретно був по направленню цивільно-воєнного співробітництва. Вот. Це управління створено в Вооружених силах недавно. Основная его задача – это взаимодействие, координация, налаживание связей с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые там находятся, с местными жителями, которые там проживают, с местными органами власти и с волонтерскими и другими международными гуманитарными организациями. Кроме этого, мы обеспечивали безопасность доставки гуманитарных грузов, безопасность волонтеров, ваших коллег-журналистов в зоне проведения, непосредственно выезжали на передовую. Такие задачи решали, специфические, но очень важные, потому что местное население там должно было понять, что вооруженные силы Украины – это не какие-то разбойники с автоматами, которые грабят это. Они должны были понять, что мы защищаем всех граждан Украины, в том числе, которые находятся на территории Донецкой и Луганской области. Защищаем от той чумы, вот, которая вот расползается и которую сдерживают только наши ребята, вот, которые стоят на передовой для того, чтобы оно не прошло дальше. Я вам дякую. А скажіть, які враження у вас від того часу залишилися? Чи є історії, які досі пригадуєте, переживаєте, обговорюєте із колегами і друзями? Та історій цих може бути множество, тому що задача наша стояла, ми з утра садились на машину, на автотранспорт і вечором тільки приїжджали. На протяжении этого вдоль всей линии соприкосновения, конкретно наш регіон, это была Авдіївка, это от Верхнеторецкого, села Опытное, Водино, Первомайское, Пески, все, которое на слуху, да, вдоль линии Донецкого аэропорта, вот, линии разграничения. Все задачи, которые решались, все это ежедневные какие-то события, это ежедневная живая работа, помощь людям, помощь нашим ребятам, которые на передке, потому что не все волонтеры могут как бы доехать именно вот вперед на линию соприкосновения, там, где наши ребята там за 500 метров до линии разграничения. Кроме этого, существует множество гуманитарных вопросов, которые приходится решать. Вот, это то же самое обеспечение мирных жителей, там, продукты, медикаменты, подготовка к зиме, там, уголь, дрова. Вот. То есть в этом плане множество там воспоминаний, множество встреч, там, и да, и дома престарелых, и люди там обездолены, и люди, которые не опускают руки, продолжают какую-то работу, продолжают какую-то деятельность, и встреч с волонтеры, и даже вот наши ребята, вот военнослужащие. Каждая встреча, про каждую встречу можно написать историю, понимаете? То есть вот так описать это, выразить в двух словах, что наиболее запомнилось. Запомнилось все. Есть общее впечатление, и вы правильно сказали вот в начале передачи, что благодаря вот нашим ребятам, которые так, мы можем здесь свободно сидеть и общаться сейчас, да, в данный момент. У меня зараз важлива миссия
від усіх миколаївців висловити вам подяку і передати привітання. А маленькі миколаївці приготували для наших гостей сьогодні сюрприз. Учні 51-ї школи намалювали малюнки і створили талісмани своїми руками. Давайте подивимось сюжет. Цього ангела для того, щоб він оберігав життя захисників та все, що в них є. Намалювала цей малюнок героям України. Я бажаю їм здоров'я, щоб вони поверталися живими. Щоб наші герої були міцні і здорові, поверталися додому живими. Подарунки ми передаємо зараз нашому гостю із найкращими побажаннями. Нехай вони будуть оберегами для наших захисників. Спасибо большое. Я считаю, что это в моем лице вы передали и другим вот ребятам, поэтому обязательно приложу все усилия для того, чтобы переслать вот это вот рисунки на передовую. Хочу сказать, что там действительно для ребят очень важна наша поддержка, очень важна поддержка волонтеров и очень важно то, чтобы обычные гражданские жители мирные, которые сейчас за спинами вот наших ребят-солдат, чтобы они не оставались равнодушными, вот, чтобы они не поддерживали их всячески. То есть поддерживать не обязательно материально, поддерживать просто даже теплым словом, просто рисунками. Везде, где мы были, на блокпостах, вот, там, где размещаются вот, солдатики, везде есть эти рисунки детские, везде есть им напоминание того, кого они защищают. Потому что можно сказать, да, что народ – это понятие такое широкое, а семьи, конкретно дети – женщины, отцы, бабушки, дедушки, все это уже понятие близкое, это и оно придает сил, действительно, ребята. Зі святом вітаємо вас!
Бажаємо усього найкращого, усіляких гараздів, а головне, будьте здоровими і щасливими. Спасибо большое. Я тоже хотел бы передать всем коллегам военнослужащим, всем мужчинам поздравления с Днем защитника Украины и пожелать всем жителям Украины самое-самое главное – мирного неба над головой.